зовут Инна. Это мой рабочий стол. Вот сегодня я решила сделать такую красавицу. Ой, немного, правда, подводит краска. Не понимаю, почему расплывается. Обычно так не бывает. Но сегодня почему-то капризничает. Взяла я тарелочку диаметром 27 сантиметров. У меня здесь на столе творческий беспорядок. Да, это мой рабочий стол. Маленький, уютненький. Мой. Главное, что мой. 27 сантиметров, но этот раз я взяла не гладкую, а вот с таким пупыристым, можно сказать. Вот я сейчас немножко отодвину, вот, чтобы видно было, какая тарелочка. Хочу сделать ее разноцветную. Поставлю потом, какая она, какой я ее увидела и заинтересовалась. Сейчас сама делаю, но решила кое-что поменять ее дизайн. Вот. Осталось сделать фон, закончив все точками, а потом с наружной стороны тарелки сделаю фон. Хочу фон сделать вот таким вот жженным. Вот таким вот акрилом. Это акриловая английская краска. Жженый красный. Я думаю, что будет красиво. У меня сегодня очень неудачный день. Почему-то сама не понимаю, в чем дело. Только стала записывать видео, записала, убрала в сторону. И как вы думаете, хотела попробовать. Высох или не высох контур? Ну, попробовала. Называется. Буду ждать полного застывания. Иначе размажу все. А потом сниму аккуратно ножичком. Обычно я вот таким вот аккуратненько. Он вон, у меня уже весь красный. Покрашенный в красочку. Ну, ничего. Будем надеяться. Честно говоря, с самого начала почему-то работа не задалась. Не понимаю, почему, в чем дело. Вот эту вот сиреневую краску переделывала уже несколько раз. И снимала ножом, и снимала растворителем. Что только не делала. Не понимаю, в чем дело. Как говорится, не первый год работаю. В чем дело? Краски. Что-то с красками. Как-то ложатся, размазываются. Очень долго сохнут, вроде бы по сроку нормальные. Почему так, не пойму. Здесь рядом делаю еще одну работу. Подарок. Вот такая у меня работа. Сейчас я уберу эти камушки. Вот. Так, это отсвечиваем, да? Давайте я уберу. Вот, вот такой вот, 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 вот камушки. Маленькие блестящие камушки и большие. И плюс жемчуг. Но жемчуг это не простой жемчуг. Это у меня вот моя красочка. Я ее очень люблю. Эффект жемчуга потрясающий. Как настоящие бусинки. Как вы сами можете заметить. Вот. Но его здесь маловато. До этого я брала другой фирмы. Вот медленно вам показываю, чтобы вы все увидели. Там он был полный тюбик. И мне хватило, ну, надолго хватило. Я использовала его в несколько своих работах. И мне надолго хватило. А сейчас почему-то там совсем немного. Ну, об этой работе потом, позже объясню, как, что, почему.
Сейчас возвращаемся сюда. Вот. Я буду еще использовать. Хочу желтый, золотой. Ой, тут еще много чего. Кстати, хочу сделать сюда и бронзу, и медь. Потом попозже уже покажу, как это получается. И в конце уже, конечно же, окончательно завершение работы. Ну вот, это у нас последний этап. Мы нанесли фон, как я и говорила, жёлто-красным, акриловой краской. Вот, и теперь мы ждем его высыхания. Между прочим, самый интересный момент, как это все отразится на общей картинке, когда переворачиваешь. Ты не знаешь, что у тебя там будет, как именно этот фон повлияет на всю работу, как он подчеркнет остальные краски. Так что буду ждать, когда смогу перевернуть работу. Что, сейчас мы перевернем и увидим, что у нас получилось. Так, самый интересный и ответственный момент. Вот наша девочка, вот такая она. Вот так у нас получилась яркая красочная работа на фоне жёлто-красного цвета. Так что оцените, нравится, не нравится. Спасибо за внимание.